Здравствуйте, приветствуем вас на канале Channel for Kids Анастасия. Анастасия, скажи привет-привет! И сегодня мы хотели бы показать вам, как выглядит наш местный парк в Винчестере. Как вы слышите, международный... Это город, много студентов из разных стран. Как видите, красиво клумбы сделаны. Дальше там, видите, будет река. Но довольно-таки красивое место, старинное. И еще я вам потом сделаю видео, чтобы показать наш собор. Такие красивые клумбы. Очень красиво деревья пострижены. Сейчас мы подходим к маленькой речушке, которая течет через Винчестер. И там видим, за речкой находится плейграунд. Когда-то мы там пойдем поиграть с Анастасией, я вам покажу. Сейчас уже вечер, следовательно, уже не имеем время, когда там идти. Парк этот, это такой River Cottage County. Если там пойти дальше этой дорогой, столовая, если перевести с английского языка, если пойти этой стороной, можно будет выйти к развалинам замка и к другим старинным местам, достопримечательности Винчестера. Да, можем здесь вернуться этой стороной. Ну, возвращаемся с этой стороны. Да, это поилка для маленьких птичек здесь. Там, тут дальше видите более такая дикая природа. Ну и сейчас выйдем с другой стороны парка. Видите, это здание и Хай-стрит, главную улицу, с другой перспективы. Винчестер имеет очень красивую и насыщенную историю, потому что это когда-то была столица Англии, до того, как не сделался Лондон. Да. И сделали мы такой круг по парку. Здесь радужь находится с этой стороны. Ну, а подписывайтесь на наш канал, и мы будем делать больше интересных видео. И будем читать книжки, открывать интересные игрушки. Ставьте лайки, подписывайтесь. И хорошего вам вечера.